Понеслась. Почему я шима ты пробитый? Мы же отдыхали вроде бы или нет? Жалко. Сейчас проверим. Не отдыхали мы. Защита от страха. Тут же. Чик. И третья комната нас ждет на пятом этаже башни наблюдателя. Вперед. Вперед, как там сказал. Вперед к победе и трофеям. Ну, правильно все сказал. Молвил. Корган молвил. Давай сюда. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня... Я не туда зашел. Я зашел на машину этого безумного. Ну давай, тут есть переход у нас открытый. Не проблема. Так, переход очередной. И третья комната остается. Две первые мы осилили. Я бы не сказал, что с легкостью, но было понятно достаточно, что делать там относительно. Кроме загадки. Кроме загадки было трудно достаточно. Надо было считать. Я думаю, через разведку все-таки будем играть. Ешима. Можешь еще... А, ловушенских мало осталось. Ну, одну тут поставь на всякий случай. В тени спрячься. Джошуа пока что зачитает. У Джошуа, слушай, надо все заклинания возвращать. Подожди, Джошуа, я что, тебе не... Нет, а тебе отдыхать надо, чтобы ты все восстановил. Вот оно что. Ну, хорошо, говорит Викония, заменю. Командир, заменю на это. И читает поиск ловушек. А Яшима пошел. Яшима пошел. На самом деле нечего тут расслабляться. Еще поиск ловушек и открыть дверь. Проклятую. Тут же нападает тень дьявола. Тень дьявола. Ну Джошуа не может на себя защиту от негативного кинуть. Викония может кинуть ее на Джоша или на... Например, на Коргана. Например, на Коргана, думаю. А Яшима отступит. Ой, как тут... А, ловушка сработала. Тень дьявола. Что ты думал? Яшима, еще там куча теней дьявола набегает. Ну, Янсен надо ускорение бросать, если оно осталось. Ускорения нету, на самом деле, говорит Янсен. Давай в сферу еще одного отправь. А троих мы должны... Они ускорены еще. Ну, сражаемся с тремя. Джош, чтоб тебе опять уровень не откатили. Отступить надо немного. Новый эффект у кого-то говорят. Эффект сейчас будет, потому что возьму меч. И ты опять зачитаешь волшебство небольшое. Произведешь вот эту ложную зарю. Яшима, только тебе бы отступить, молодой человек. Сражайтесь, давайте с тенями дьявола. Их много достаточно. Из теней дьявола теневые демоны будут появляться. Вот они отступили, нормально можно сражаться. Быстро зачитайте заклинания, чтобы их обезвредить. Коргана пробивают, он пока что терпит, он может терпеть. Срабатывает заклинание, всех разуплотнило. Тень дьявола обладает иммунитетом, говорит Янсен. Быть этого не может Янсен. Ну тогда дай ему магией небольшой. Вот так вот. Чик. Джош уже врывается. Готово. Неплохо, говорит Яшима. Быстро ловушку здесь. Вот так вот поставить. Еще две тени дьявола. Это тени обычные. Это теневые демоны появляются. Сражайтесь, не допустить, чтобы Джошу уровень откатили. Виконию пробивают. У Янсена уровень. Джош, отступи. Наваляй на самом деле. Эти вроде бы не откатывают. Откатывают еще как, наверное. Яшима еще мечом сражается. Смотрите, какая драка. Сейчас вот эти две еще должны появиться. Перегруппироваться, наверное, диспел бросить. Ну, следует. Следует бросить диспел. Перед дисполом можно поднять уровень, да можно бафнуться слегонца. Можно Джошуа силу поднять. А у тебя нету уже, да? Медведя никто не будет обращаться. Ты будешь берсерки зачитать. У тебя бутылок нету, господи, боже мой. Яшима, приготовь паука. Вот так вот. Викония бафает всех. Викония должна бросать диспел. Викония, бросай туда диспел, мы должны их быстро расконтролить, потому что нечего тут. Сюда куда-то только, чтобы он по двоим прошел. Викония, а, и не надо уже. Хотя на самом деле надо, потому что там второй еще. Но Викония быстрее. Этот готов и сражаемся. Диспел пошел, тень дьявола. Все рубим его. Яшима, ты лучше отступи на самом деле. Потому что да, тут может быть опасно. Надо фокус сделать. Вот и по этой тени дьявола. Джоша отступили. Отступи, командир. Опасно немного. Пусть Викония кастует. Викония может их пытаться на свою сторону призвать. Джош, зайди за спину этому дай. У Яшима ноу эффект. Яшима, сейчас мы создадим эффект такой, что они все тут просто это. Давай дротиком плюс 3. Господи, какая разница на самом деле? Это быстрее будет. Вот этого фокус по нему. Минск, на самом деле, что ты тоже выпендриваешься. Бери уже булаву и иди их выносить. Только лук сюда, вот этот меч сюда, второй. И булаву вот эту против нежити. Иди и сражайся с ними. Ты так больше урона нанесешь. Дротик заходит. Минск говорит, когда я иду, то зло прячется просто. Так и происходит. Отлично. Паук на разведку пошел.
эту комнату проклятую. Куча нежити здесь. Бафаться еще или как-то? Янсен туда может тучу дать на самом деле. Паука не надо туда. Почему? Потому что Яшима должен разведку произвести. Яшима производит разведку, я сохраняюсь. Это такой легкий бой. Легкая разминочка у нас произошла. Они видят, кстати, невидимого Яшима. Ух, там, ребята, комната. С пьедесталом. Яшима раскрывается. Не сметь тут раскрываться мне. Изучить пьедестал. Сейчас как нажмем, что-то появится. Яшима говорит, чисто, командир. Чисто, так чисто, паука завожу. Какая-то странная комната. Загадки были, драки были. Янсену уровень поднять, Викония всех залечить. Как минимум. Викония. Быстро общий хил. У тебя нету его. Нету. Ну нету так нету, большим хиль. Себя. Корган регенит. Джош может маленький только прочитать на Янсена пару раз. А не сработает, да? Потому что Янсен тут и с предметом можно залечить, потому что Янсен под спеллом. Янсен, будешь пить бутылку тогда в таком случае, которой у тебя нету почему-то. Ну, сейчас озаботимся об этом. Зелье лечения в инвентарь. Раз, два, три, четыре. Ну, четыре Янсену хватит. Янсен, где-то бутылки все дел. Неужели пропил? Янсен, сейчас будешь так пить. Коргану надо выдать и Виконии надо выдать. Ой-ой, ребята, ой-ой-ой. А у нас здоровых уже не осталось, кажись. Силы ледяного можно выдать Коргану максимального в инвентарь. Одна, две, три, четыре пойдет. И запас кое-какой есть. Две штуки передать Коргану, две штуки передать Виконии. Викония их сразу берет. Что я не понимаю еще, что с этими делать. Я и не буду подсматривать на самом деле. Если ничего не смогу сделать, то и это. Тут приготовь Корган себе вот эту еще бутылку. Невидимость тебе не нужна, она нужна на самом деле. Ну, Минску пусть будет. А Минску нужны сильные бутылки. Янсену нужна вот эта штука. Почему? Потому что чтобы он. Ему не нужна, у него посох есть. Яшима нужна, чтобы он скрылся. Вот так вот. Расконтролили этот момент. Янсен получает уровень мага следующий. Наконец-то. Дополнительные показать заклинания мага. Первый, второй, третий, шестой. Единица здоровья, единица. Ян Янсен. Первый уровень. Ты берешь доспех. Вот эту штуку можно взять. Магический снаряд. Второй ты берешь. Глухота нужна, не нужна. Это надо, не знаю. Вот второго уровня мало заклинаний, Янсен. Кислотную берешь. Сейчас последовательно зайдет. Третьего уровня. Тут все неплохо весьма у нас. Оракулы, диспел боевой бы пошел. Ясновидение у тебя и так есть, господи, куча его. Обнаружение иллюзий. Огненную или фаербол? Фаербол давай. Вот это хотел взять. Подожди, с фаерболом походишь. И шестой появляется. Шестой, еще одно заклинание. Пролом есть. Улучшенное ускорение. Но тут у тебя такие. Вызов Нишру. Неплохое заклинание. Нишру. И ночной охотник тут. Слово силы обезмолвить неплохое. Хотелось бы попробовать. Читается капец 7 раундов. Давай попробуем, возьмем. Чтобы это магов, чтобы они рты закрыли и никогда больше не произносили своих коварных заклинаний. Так, что хотел еще сделать, Янсен? Бутылку? Чик. Хорошо. Ловушку? А давай вот эту сюда. Сюда куда-то. И заходим в комнату, сохранившись предварительно. Бафаться перед тем, как прожимать вот эту гадость? Ну, не знаю. Какая гадость? Великий пьедестал. Великий пьедестал Хелма. Давай сюда. Что, блядь, телепорт? Нормально, нажал. Это алтарь покрыт надписями, говорящими о черепе благородного воина. Ты кладешь череп вечного воина на алтарь, чтобы что-то произошло. Я не успел прочитать. Я читал как мог. Что-то произошло, ребята. Так. Ну, нас куда-то телепортировало. Призрачный воин. Вы чувствуете, как малая часть вашей жизненной силы несется через пространство и время, а потом входит с неожиданным шумом в тело, которое не является вашим. Очень интересно. Ваше настоящее тело кажется парализованным, почти замороженным на время. Ваши чувства переполняют странное двойное знание. Часть вас остается пред алтарем, но другая часть теперь содержится внутри астрального воина. Вы интуитивно понимаете, что можете использовать панель духа на алтаре для управления телом астрального воина, в котором вы частично находитесь, простыми мысленными командами. Вы оглядываетесь вокруг себя глазами духа воина, понимаете, что очевидно находитесь в темнице. Орудия пыток свисают со стен, а в углу комнаты лежит груда костей.
Классическая РПГ, неужели завезли? Классическая, текстовая. Идти на север, идти, обыскать комнату. Пыточные инструменты на стене одновременно тянут вас к себе и внушают чувство отвращения. Кроме них в комнате нет больше ничего примечательного. А вот это кто стоит, это вся партия перенеслась. Вы оглядываете вокруг себя глазами духа воина и понимаете, что очевидно находитесь в темнице. Орудие пыток. Давай на север. Так. Нас могут убить тут. Пошел на север. Господи, по клеточкам еще. Какой кайф, ребята, вот это класс. Искрящая чистая вода каскадом струится по лепному фонтану, главенствующему в этой комнате. А сохраняться я не могу. Напиться из фонтана. Вода прохладная и освежает ненадолго. Затем она начинает кипеть и бурлить у вас во рту, обжигая горло и язык. Вы выплевываете горячую жидкость на пол. И погибаете. Не. Ну, ХП сняла, да? Так. Обыскать комнату. Вода кристально чистая, и то, что в самом фонтане ничего нет, не вызывает сомнений. Остальная комната фактически пуста. Что значит не вызывает сомнений? Только что пробило нас. Идти на север. Какой кайф. Вообще, ребята, как сделали. Ой-ой-ой. Появляется что-то. Когда вы входите в эту богато обставленную комнату, призрачная фигура гниющих лохмотьев материализуется у дальнейшей стены. Она показывает на вас истонченным, скрюченным пальцем и скользит в вашу сторону. Я даже не знаю. Можно бежать, атаковать, а я не знаю, завалим ли или нет. На восток отступление. Вы поворачиваетесь и бежите в ужасе, но предвидение успевает коснуться вас своим костлявым пальцем, наполняя ваше тело ледяным дыханием могилы. Так, пробили нас. Немного отличает эту комнату от любой другой. Выходы в восточной, западной и южной стенах. Обыскать комнату. В этой комнате нет ничего достойного внимания. Мы можем вернуться на самом деле. Господи, прости. Я сюда хочу сходить и сюда. Я не понимаю, какая карта. 9 на 9 или 6 на 6. Давай на юг сходим. Мы можем погибнуть тут. Кроме наручников на стене и нескольких порезанных костей в углу, ничего больше нет примечательного в этой комнате темницы. Обыскать незамедлительно. В одну из полых костей в углу засунут свиток с начертанным на ней незнакомым заклинанием и нарисованным гиберлингом. Вы решаете сохранить этот свиток на потом и засовываете его в рюкзак. У меня сейчас жесткая ассоциация с игрой на Sega Mega Drive Immortal, которая называлась. Там не совсем RPG, но очень крутое фэнтези. Я ее так и не прошел в детстве, очень трудная она была. Ну и с вот этими всеми классическими ролевыми играми, там где вот по Dungeons and Dragons, да и не только по этой системе, по другим текстовым, по текстам, это очень круто, ребята. Кроме наручников, что, уровень кто-то, Яшима уровень получил? Кроме наручников на стене нескольких прорезанной, да, на юг не могу. Если пойдем на восток, вернемся, сможем сюда перейти. Из фонтана попить. Я не понимаю, сколько у нас ХП. Давай исходим на восток. Так, проходим дальше. Тут лабиринтиум. Нападение какое-то. Когда вы входите в комнату, рычащий пес войны кидается на вас из стены. Атаковать пса войны. На, получи. Сюда. Кубики не надо бросать никакие. Интересно, тут рандом? Готов, пес войны. Сколько ХП у меня? Вы переступаете через окровавленный труп напавшего на вас представителя семейства собачьих. Комната пахнет мокрой псиной. А еще на рогулаки похоже. Я вот не знаю, сколько ХП у нас. Обыскать комнату. Вы находите железный ключ и голубое зелье, которое дух воин немедленно проглатывает. К счастью, зелье кое-как излечивает ваши раны, и вы засовываете железный ключ за пояс. Почему не... А, это мы захилились? Я не знаю, сколько ХП тут по хардкору будет. Сундук вижу, на юг идем. Идем на юг. Ой, тут скелет какой-то. В центре комнаты видите большой сундук для сокровищ. По полу разбросаны многочисленные кости. Кости. Может быть, этот же имитатор. Обыскать комнату. Вы не находите ничего ценного. Ставлю на имитатор. Я хочу залезть в сундук. Может, там будет меч? Попытаться обыскать сундук. Скелет, вы осторожно приблизились к сундуку. Взвихрив столетнюю пыль, кости на полу пробуждаются к жизни и объединяются в большой скелет. Нежить наступает.
бежать и атаковать скелет. На тебе сюда, получи. Он промахнулся. Он промахивается. Убью сейчас скелет, наверное. Он попал кинжалом. На, получи сюда. Класс вообще. Глядя на раздробленные кости поверженного скелета, лежащие на полу в комнате, вы понимаете, что страж не поднимется вновь. Кости надо разбросать тогда по всей комнате. Вы можете подойти смело к сундуку, открыть сундук. Внутри сундука находится палочка снарядов. Вы вынимаете ее и засовываете за пояс, который оказывается на духе воина. Палочка снарядов есть и ключ есть. Глядя на раздробленные кости, понятно. Я хочу на запад теперь пойти. Идем на запад. Топ-топ-топ-топ. Какой, как круто, организовали, боже мой. Гоблин нападает. Красноглазый гоблин выпрыгивает из теней у восточной стены. Он скрежещет своими острыми маленькими зубками с ненавистью и предвкушением. Он лупит своим топором по небольшому щиту в знак вызова. Снарядов можно использовать. Атаковать гоблина так должны забрать. На, получи сюда. Гоблин отлично падает. Кританул. Труп гоблина лежит в центре комнаты. Его топор и щит сломанные валяются поблизости. Обыскать комнату. Да, обыскивайте труп гоблина и тщательно обследуйте всю комнату. Вы не находите ничего ценного. Идти на западный, восточный. Идем на западный, вернемся к призраку. Можно будет выстрелить по нему или нет. Вот я не знаю. Не, идем на... Я боюсь, что призрака мы не победим. Я не знаю на самом деле. Идем на восточный проход. Обратно возвращаемся. Глядя на раздробленные кости, это понятно. Смело. Мы уже это... Идем на север. Еще на запад можно было пройти, кажись, или нет? На восток нельзя было. На юг, на запад. Подождите. На запад сюда. А нам куда-то туда надо. Идем на запад. Идем на запад. Лабиринтум. От призрака тоже можно? Нет, от призрака никуда. На север теперь идем. От призрака никуда вроде бы нельзя было. Так, проход. Ой, тут лабиринт. Немного отличает эту комнату от любой другой. Выходы в восточной, западной и южной стенах. Обыскать обязательно. Ничего достойного внимания. Ой, на запад это к призраку. На восток непонятно куда. И на юг обратно. На восток идем. Так. Going out west. Следующая комната. Эта комната пуста, не считая маленького письменного стола из прекрасного дуба в углу. На поверхности его ничего нет, но один маленький ящичек в нем привлекает ваше внимание. Обыскать комнату, во-первых. Кроме самого стола в комнате нет ничего интересного. Обыскать ящичек стола. Мысленно управляя духом воином, вы приказываете ему подойти к столу и открыть ящичек. Стол покрыт мощным контактным ядом. Благодаря действию смертельного токсина, дух воин получает большие повреждения. Внутри ящика три пары наручей. Пара наручей. Вы застегиваете их на себе и чувствуете, что боевые способности вашего духа воина немедленно увеличились. Но у нас сильные повреждения. На север идем. Нас сейчас могут убить, наверное. Надо захилиться каким-то образом. Арест ничего. Нападает гиберлинг. Бешеный гиберлинг кидается на вас из теней. Его маленькое тело просто клякса из меха и зубов. Он движется с такой дикой скоростью, что отступление невозможно. Использовать свиток с изображением гиберлинга. Давай попробуем. Так. Когда вы избавляетесь от гиберлинга, в комнате не остается ничего интересного. Можно идти на юг и на запад. Обыскать комнату. Не находите ничего интересного. Идти на запад. Офигенно просто реализовали сундук на западе. Вы ощущаете зловещее присутствие за западным проходом. У северной стены стоит железный сундук. Обыскать комнату сначала. Вы осторожно пробираетесь по толстому слою пыли на полу, но кроме сундука и причудливой двери здесь ничего нету. В проход, наверное, нельзя без сундука, и мы пробитый. Обыскать сундук. С помощью железного ключа, найденного ранее, вы открываете крышку сундука. Внутри его синее зелье. Инстинктивно дух воин хватает напиток и выпивает его, чтобы быстро исцелять ваши раны. Но, наверное, не на фул бы мы пробиты. Теперь придется идти на запад. Идти в зловещий проход. Как только вы приближаетесь к двери, из комнаты раздается леденящий душу голос. Склеп ожидает того. Тот, кто войдет сюда, никогда не вернется. Мы можем только к призраку еще сходить. Но призрак атаковал, когда мы убежали. Пойти в арку и вступить в склеп. Бесстрашно.
Ой, премумия, это мумия. Запах древней смерти пропитывает комнату. Напротив дальней стены находится каменный склеп, вход в котором ведет во тьму. Над аркой вырезана рука с единственным немигающим глазом, который пристально смотрит с ладони. Символ Хелма. Из глубины темного склепа доносится звук медленно шаркающих ног. Зрелище появившегося из склепа высохшего трупа, туго обернутого бинтами, не вызывает большого удивления. Вы чувствуете, что это последняя битва для духа воина, и понимаете, что отступление это не выход. Использовать палочку снарядов. На, получи сюда. Ну, должны затащить с палочкой снарядов. Получи. Господи, давай, дух воин. Делаем ваши ставки. Завалил. Когда мумия падает, символ Хелма вспыхивает ослепительным светом. Вы чувствуете, как тело астрального воина растворяется, и ваша жизненная сила устремляется назад в истинное тело. Как только ваша жизненная сила обрела целостность, странная неподвижность, овладевшая вашим телом, отпускает вас. Вы замечаете в своем имуществе большой ключ, которого раньше не было. Вот это просто квест. Шикарно, ребята, боже ты мой. Это просто... Ради этого только стоило в эту башню идти. Просто ради этого квеста. Все три ключа у нас есть. Джош, там по уровню ничего тебе не вытворили? Ну шо? Какие-то крики здесь начались. Ну шо, ребята, все три ключа у нас, да? Да, вот этот последний ключ духа в форме меча. Это ключ в форме, не знаю, какой-то кинжала. Это ключ в форме сердца, непонятно в какой. Мы можем возложить все три ключа сюда. Вот is my task. И, наверное, появится примерская тварь, да? И мы должны будем зачитать свиток и его заключить опять. Что там в задании вообще было написано? Где, во-первых, свиток великий? Свиток ритуала. Для укрепления печати удержанного пленного в подземелье. Надо прочитать задание, чтобы мы сейчас не опростоволосились. По дате вечного воина, дай сюда первое задание. Рана для поддержки теневых. Изменники убиты. Арана, подождите. К органу книгу козы. Мне нужно доказать, что я... Это мы поняли. Что по дате говорю? Последние печати. Это мы выбрались. Одрен привел меня наверх башни и показал вход. Чтобы попасть внутрь, надо получить особый святой символ. Это понятно все. Поднять его, войти в башню, восстановить печати, которые держат зло под замком. Это может затянуться надолго. Башня велика, довольно опасна. Адриан говорил, что еще есть некоторое время, пока оставшиеся печати не будут сломаны. Однако задача должна быть выполнена, иначе это создание освободится и будет угрожать всем. Тут у меня какое-то подозрение, ребята, легкое, что мы сейчас сами эту печать откроем. Ты вставляешь ключ в замок. Кликни еще раз, чтобы повернуть ключ и... Взгляни, ждут ли тебя стражники. Какие стражники? Уровень кто-то получил. Викония, Яшима уровень получили. Викония, сколько можно уровней получать? 18-й уже? Это быть этого не может. 19-й точнее. А, она, наверное, после какого-то уровня быстро будет получать. Там у них есть, что клирик быстро получает, потом замедляется. И друид тоже быстро, потом замедляется. Такое, ну давай Викония. Спас-броски повышает. Викония 19-й священник. Тахо снижен на 2. Первый, второй уровень, видите? Получила дополнительные заклинания. Первый, второй. На первый, второй рассчитай, Свекония. Песен еще одну. Это второй уровень. А тут-то что взять? Это обнаружение зла еще надо, Свекония, наверное. Хил легенький. Можно взять. Кто еще там? Яшима получил уровень. Сейчас ловушки будут. 21-й уже Яшима. Что, поиск ловушек, бесшумность, взлом замков, скрыться в тенях, установка, не знаю, Яшима. Поиск, наверное, надо еще разогнать немножко, 135. Бесшумность, не, скрыться в тенях, давай, 120. И бесшумность у тебя будет, ты стелс мастер был. И информация, спас броски уменьшены у тебя на 20-м, на 21-м. Тахо снижен, единица умений на двойку здоровья, хорошо. 21-й уровень, капец какой-то. А ты чего не получаешь? 10-й. Янсен тоже получил. Минск. Минск скоро получит. Джош, 13-13 уже. Подожди, ключи надо вставить, я думаю.
Вставляешь ключ в замок. Ник ли еще раз, чтобы провернуть ключ и взглянуть, ждут ли тебя стражники. Но я кликаю. Ключ легко поворачивается. Теперь замок открыт. Кто-то появляется. Ничего себе здесь. Фермах Real Money какой-то. Это 4-6 фермахов Real Money. А ну дай ему по голове, Корган. Что с ними делать? Я вообще не знаю, что это такое. Янсен, что делать? Я не знаю, что они будут делать. Замедление брось сюда, если они набегут, вздумают набежать. Викония, что делать? Защитную гармонию как минимум надо дать. Минск, будешь сражаться в этот раз в ближнем бою. Ты будешь бросать дротик, этот кастует уже. Уничтожить их тут. Я не могу ничего призвать. Они все маги какие-то, чародеи. Что здесь? А у меня заклинаний нету. Призрачный меч никакой не вызывать. Ворваться и уничтожить противника. На кого нападают, Минск этого вяжет. Быстро заклинания сбить им. Не допустить, чтобы они тут читали заклинания свои проклятые. Ты сражаешься, ты Silence, наверное, бросаешь, Викония, все-таки. Куда-то сюда. Этот бросил уже какое-то заклинание. Диспл бросил. Янсена пробили. Отступи, Янсен. Убегай. Кактус. Ты, Янсен, должен сейчас что-то быстро. Надо вот этого невидимого охотника или Нишру. Молнии дай, Янсен, сюда. Мы сражаемся, ты сражаешься с этим. Этот кастует. А Рухмах какой-то, Рилман. Вот это трудный бой будет сейчас, ребята. Я не готов абсолютно. Никого не кастует. Джош этого рубит. Это серьезно. Расстановку времени, а Рухман. Смотрите, каким синим подсвечен. Нам конец сейчас, наверное. Сейчас как что-то призовет какого-то демона. Вот это я не был готов, это надо было бафаться. Сейчас как даст по нам, ой-ой-ой. Ну давай уже, вы призывай. Яшима вот бросает кинжал. И сейчас кинжал должен полететь. А, паузу сними. Он атакует Яшима. Под действием зеркального отражения. Я диспл брошу боевой. Твое отражение сниму. Кастует что-то серьезное. Символ страх на Яшима. Яшима не провалить ни в коем случае. Спас бросок, Яшима убивают. Два раза ударил по Яшима. Яшиму капец, наверное. Яшима выжил каким-то чудом. Выпивает бутылку. Янсен быстро бросает и решительно сюда диспл боевой. Остальные сражаются. Икония кастует. Ну что-то полетело по нам. Яшима, убегай давай, потому что плохо все. Надо перегруппироваться, наверное. Яшима бежит. Близзард пошел по нам. Сейчас по всем пойдет. Перегруппироваться, пусть он по ним идет, Близзард. Перегруппировываемся. Янсен, надо ускорение какое-то бросать. Можешь? Не можешь. Ты диспл должен бросать на самом деле. Хаос какой-то. Ты можешь тоже Близзард дать. Или вонючее облако. Дай вонючее облако. Ты давай сюда из рога разрыва или что? Ускорение или берс лучше? Берс давай. Чик. Берс пошел. Нет, ты оглушен. Берс, говорю, давай делай свой берсерк. Сейчас должны законтролить, ребята, только надо тут придумать что-то. Тут ничего не могу сделать. Призвать меч какой-то могу. Призываю меч. Викония, шардеруй мне силу. Сон не пойдет. Надо серьезные спалы какие-то. Вот эту огненную штуку. Долго будешь кастовать, придется. Минск оглохший, а тебе и не надо. Ты идешь и врываешься. Ловушка сработала, во-первых. Этот ускоренный маг-чародей. Облако полетело вонючее. Оно их вообще не пробивает. Сайленс не пошел, я не понимаю, что происходит. Меч призвался, убивают Минска. Он должен пить бутылку. Так, бутылок нету. Сейчас будут все бутылки, не волнуйся, Минск. Но мне надо перегруппироваться, бафнуться хоть как-то. Я не успеваю это сделать. Сейчас потери будут. Маг еще под бафами. Янсен еще не успевает читать того, что мне нужно. Перегруппироваться в эту комнату. Быстро. Перегруппировались. Так, Янсен, при перегруппировке что можешь дать туда? Во-первых, можешь дать диспл боевой. Полетел сразу же. Сработало хорошо. Плохо, потому что этого Румаха... Это... Яшима может с меча... Сайленс бросить вот с этого. Это будет хороший ход, потому что... нечего, чтобы они тут... Они кастуют сильно. Сайленс пошел. Мне наплевать, что наших глушат. Еще огненный пошел, да? Викония что может сделать? Зачитать силу, приготовиться как-то бафнуть нас всех. Общий хил у тебя есть какой-то? Ничего нету. Защитную гармонию зачитай, Викония. Она пошла. Это Янсен. Он отступает. Янсена убивают просто. Янсен выпивает бутылку. Пытается, по крайней мере. Сайленс пошел. Сопротивление магии.
Янсен, что делать? Отступать незамедлительно. И включено. Феромаха надо выносить. А кто остался? Виконя осталась. Виконя, убей этого мага просто мне. Атакует Янсена. Янсен убежит. Виконя одна там. Но Виконя придется держаться, потому что все налетают. Ты этого рубишь. Ты давай на помощь Виконии. Этого мага надо вырубать. Ты что можешь сделать, Яшима? Выпить бутылку очередную. Одно из заклинаний не удалось. Что за глюки там пошли? Так, этот как себя чувствует? Серьезные раны. Янсен, надо... Янсен оглохший. Янсен не может кастовать. Да приготовить сюда вот этот... А у тебя жезлы что? Фаербол есть жезл. Можешь жезл дать? Наверное, можешь. По нашим попадешь. Янсен, придется. Один заряд. Давай сюда его. Ты отступи. Этот инкектус готовит. Летит фаербол. Отступить. Пробило все-таки по Виконии. Вот этого инкектуса надо. Это вообще без повреждений. Надо с него снимать резисты. Янсен наглохший под бутылкой пьет, пытается выпить бутылку. Этот с тяжелыми ранами. Надо, я думаю, этого игнорировать, мага выносить. Проклятого. Этот маг представляет опасность. Виконию чуть не убили. Да, Виконя выпивает бутылку. Валите мага, короче. Исцеление средних ран, он, посмотрите, кастует. Давайте рубить его. Убегает. Мансит. Убейте его, легкие раны. Янсен под ударом. Янсен убежит. Этот кастует что-то, Янсен, из арбалета выстрел произвести. Меткий. Не смог Янсен. В этого же его заклинание полетело. Что тут такое, Минск? Давай мочи этого мага. У него легкие раны все еще. Мне нужно диспел, чтобы кто-то засчитал. Никто не может. Все оглохшие. Меч с диспелом какой-то был у тебя, да? Тут сайленс только. Они, у них иммуны к магии. Что у тебя было еще? Что на этой катане? Судьба Хиндана. Что восстановление? Это не то немного. Лезвие розы что дает? Небесная ярость. Удар молнии, слепота, раскат грома при попадении по противнику мечом, электрический разряд при попадении. Вот это неплохо. Можешь этой катаной навалить. Стрелы рассеивания давай сюда, Яшима. По вот этому стрелять. Строго. Строго. Где ты, Яшима, вообще находишься? Прямо здесь. Стреляй, рассеивай магию. Янсен отошел от глухоты. Пьет бутылку, пытается. По нему сейчас полетит заклинание. Это наплевать, Янсен. Надо какое-то ускорение дать. Или что-то полезное. Хаос какой-то, ну вряд ли на них пойдет. Позитивное что-то надо, Янсен. Позитивное незамедлительно. Иллюзии рассеют вот эти. Фаербол, метеоры. Я думаю, Янсен. Думаю, не могу придумать ничего. Призови охотника. Янсена убивают. И Виконю убивают. Янсен жив еще. Это Близзард полетел. Мы не были готовы к этой войне. Говорим, да? Этот с легкими ранами. Мы его не пробиваем. Ну, ребята, да, серьезно. Минск замедлен. Пытаюсь убежать. Заманить их в тучу вонючую. Вот. Минск замедлен. Что поделаешь, Минск? Они продолжают кастовать. Янсен, дай им туда тоже что-то. Дай фаербол сюда. Попадешь по Коргану. Корган быстро. А Корган оглушен или что? Корган вообще не подконтрольный. Какой-то. Что с ним случилось? Хм. Интеллект 3, у него интеллект вытаскивает. Ну, Корган не жилец, наверное, здесь. Фаербол летит. Пробивает хоть их? Фаербол. Янсен, давай посмотрим. Спас браскет заклинаний, сопротивление магии. Феромахов пробивает. Вот этого главного надо, короче, валить. Ауру мах. Во. Но надо уже загружаться, потому что это... Мы тут не затащим. Минск замедлен. Джошуа без заклинаний еще с этим. Ну, страх я брошу с жезла. Стрелы рассеивания уже тут не помогут, Яшима. Тут надо, не знаю, брать вот эту катану и идти в ближний бой, наверное. Просто идти в ближний бой. И все, рубить его пытаться. Они все атакуют строго Янсена, потому что Янсен мах. Я пытаюсь их отманить. Корган там не знаю, чем занимается. Коргана пытаются убить, но там что-то они все застряли. Я доведу бой до конца. Это нужно делать. Тут еще один по феромаха, вы посмотрите. Янсен, отступай, отступай. Янсен, спрячься на самом деле, чтобы они бафаются, они еще, посмотрите. Янсен ничего такого полезного не может сделать. Молния, видеть невидимое. Ну такое, давай, используй. Зарубите хоть одного мне. Отошел? Не, я, он вообще не подконтролен мне. Феромах бьет его посохом, Корган мне не подконтролен. Еще Близзард пошел. Да, тут надо ловушки, наверное, ставить. Минск провалил боевой дух, остается Янсен и Джош, оглохший. Феромах, на, получи. Надо посмотреть, ну, понятно, что убивают Коргана. Феромаху мы наносим, 21 урона.
этот при смерти. Это его сейчас завалим. Заклинания от Янсена отлетают. Янсен, ты где? Отступи. Отступи. I'm a magic. Allergic. Этот невидимость скрылся. Да? Минск подконтролен. Джош хилить не может, может захилить обилкой. Наверное. Минск может что сделать? Воскресить кого-то. Сейчас рано Минск это делать. Ко мне кожу хотя бы на себя. Вот так. И они там застряли где-то. Янсен, что делать? Тут уже ничего такого не сделаешь на самом деле. Да, им тоже Blizzard туда. Только из инвиза. Мы можем их завалить на самом деле. У меня такое ощущение. Янсен сейчас. Ты можешь ловушку поставить, во-первых. Вот так. Да, молодец, Янсен. Янсен сейчас будет тащить. Истинное зрение использовала. Иллюзия рассеяна. Под действием зеркального образа он там. Ну, я сейчас не отдам зеркальный образ. Давай туда Blizzard, Янсен им. Чик, полетело. Ты не невидимый, ты не невидимый. Давай Blizzard туда, Янсен. Полетело, спрятался. Кроме всего прочего, дай туда, наверное, паутину, чтобы они не могли там двигаться. Я им отомщу сейчас. Есть у меня поднятие? Иллюзия рассеяна. Янсен, давай все заклинания. Не пробиваешь их туда. Паутина пошла. Под действием зеркального отражения. Янсен, что такое? Они там где-то там. Тайное слово. Хаос какой-то, наблюдателя. У Янсена нет уже серьезных заклинаний. Янсен, что на свитках там было? А ну открыть. Цепь молний, хаос, пролом. Слово силы. Вот это пронзающее, вот это слово силы, чтобы его оглушить, вот это сейчас надо было кастовать. Хаос в инвентарь, Янсен, у тебя хаос есть твой собственный. А молнию ты не можешь туда дать. Да? Я не вижу их, Янсен, командир говорит. Янсен говорит командиру, что я ничего сделать не могу. Вот это приготовить, это такое все. Охотника вызови, чтобы их спровоцировать. Чтоб тебя заклинание не сбило. Вызвал охотника. Так, Veritas Invina. Охотник сюда где-то идет. Янсен быстро в тени. Чик. Пусть они идут сюда. Охотник, давай их сюда, Сагри. Кектус культа Империум. Охотник зажат. Янсен, подсвети их. В это время... Джош, ты что-то можешь сделать все-таки на самом деле? Ты можешь... Использовать меч не можешь уже. Свитки, жезлы какие-то у тебя есть. Такое. Это мы один ключ ставили. Там бутылка есть. Минска надо лечить. Минск может кого-то воскресить. Но там без шмоток мы ничто. Минск может взять лук и стрелять на самом деле. Вот что может сделать Минск. Минск так и делает. Минск готовит лук. Минск готовит самые серьезные стрелы. Вот. Наверное, надо загрузиться просто и не выпендриваться тут, но я хочу попробовать. Я могу поднять еще всех наших, Минск готовит вот эти стрелы, язвенные стрелы готовит Минск. У них там спасборские конкретные, Янсен, надо, чтобы ты им их снял. Но Янсен, сейчас у тебя нету этого заклинания, одна стрела. Минск, а где была, кстати, эта взрывная стрела? Давай ее сюда приготовь. Стрела взрыва. Быстро и решительно сейчас организовать выстрел. Стрела должна быть, дай боже, какая. Минск, бутылка невидимости, а я зря, вот видишь, Яшима их отдал. Джош говорит, сейчас Минск возьмешь бутылку невидимости, у меня было еще пару. Зелье стойкости, зелье максимального здоровья, неуязвимости тут может пойти. Невидимости давай, вот так, чик. Минск, ты рейнджер, а ты можешь в этих доспехах? В этих не можешь. В этих не можешь, берешь две бутылки, одну тут же выпиваешь, бульк. Так. Тут это заклинание полетело. Янсен, вон он тут где-то, да? Используй... Он тебя видит, он кастует. Дай ему стрелой вот этой сюда, Минск. Янсен, быстро они рассеют невидимость. Не видишь его. Дай ему стрелой, Янсен, отступи. Выстрел. Полетело. Как он себя чувствует вообще? У него легкие раны. Но Минск надо стрелять по нему, иначе никак. Значит никак. Он своим посохом даже разуплотняет. Янсен, а ты будешь по нему тайное слово, во-первых, давай. Чтоб снять новый эффект, говорят, у него защита, да? И он уже по нам начинает кастовать. Вы будете стрелять, ребята, а Янсен будет... Это этот Арумах, да? А Янсен будет из жезла пытаться снять ему защиты. Иначе мы его не убьем. Говорю, из жезла снять защиты. Янсен, новый эффект. У нас вонючая туча летит, мы отступаем под ловушку. Так, ловушка срабатывает, Минск погибает. Минск, выпей вот эту бутылку.
Приготовь меч, чтобы ему еще дать разочек, еще победный такой дать ему. Здесь Минск, ты выживешь? Минск, выпиваешь бутылку, вот так, чик, он замахивается. Джош ему тоже может навалять на самом деле. Янсен, еще надо с него снимать эффекты. Давай вот этот жезл. А, жезлы разрядились, вот оно что. Снимай вот так эффекты с него. Минск, два шага вперед и атакуй его. На, получи сюда. Ничего себе, Минска замедлил сразу. А ну давай магия вот этой. Вытянем из него хп. Минск, танкуй его. Так, малый ток Лароха не пошел Джошу, наверное, судя по всему. Ну попробуй тогда магией его, Янсен, какой-то элементарный. Вот такой. Как с ним бороться? Он опять кастует? Гадости, какой-то очень крутой маг-чародей. Поединок магов. Янсен, пробьешь его? Янсен. Но он Янсена тоже не пробьет, потому что у Янсена ловушка заклинаний. Давай вот этим стой. Это же не может быть этот заключенный, правда? Правда, это первый из серьезные раны. Кто-то по нему все-таки пробил. Ну, Джошуа, что, стрелять будешь? 6 снарядов. Пытайся его пробить. И ты, Минск, тоже будешь стрелять. Тут я не знаю, что делать просто. Я хочу это все переиграть. Этих стражников. Какие-то очень крутые. Так. А, невидимый стал. Ну, вы посмотрите. У тебя заклинания заканчиваются вообще, молодой человек? Говорит Янсен и пытается использовать. У него уже нету. Какой-то оракул, что там у тебя было? Вот это оракул. Давай, Янсен, используй, рассеивай, убивают Янсена. Вышел из невидимости. Ну, крутейший маг, ничего не могу сказать. Смотрите, сколько он кастует. Очарование на Джоша, сопротивление магии снижено, вот что он делает. Джоша, ну вломи ему за такую наглость. Новый эффект, говорит Минск. Может его обычным оружием как-то бить? Ну это кошмар. Надо вот этого ваншотать просто. Клинок Усуна. Нанести электричество. Давай его сюда. Янсен, не Усуна давай только, а вот этот меч крутой, который у тебя, где он был? А где твой третий меч? Вот он. Будешь сражаться. Причем сейчас из инвиза пойдешь ему дашь. С речи не мечи. Дай ему по голове. У него какой-то огненный щит, который замедление дает. Серьезные раны. Может пробьем его? Не пробьем мы его. Не пробьем. Да, ну сейчас будет, ребята, бой века просто. С этим магом. Надо его ваншотнуть. Надо его ваншотнуть. Ты только не говорите, что я загружал, не сохранялся после... Тут только не говорите, что придется лабиринт и ум еще раз проходить. Биг Викли, как обидно. Я с тобой, да, как обидно. Так хорошо все шло. Надо лабиринтиум еще раз проходить. Может автосейв какой-то есть. Господи боже. Ну за кадром перепройдут. Это автосейв 126 дней и 3 часов. Это с пауком. Да не, лабиринтиум не сохранился у нас. Вот это да. Автосейв. Вот этот последний. Придется лабиринтиум играть. За кадром сделаю и увидимся, когда уже буду ключи вставлять. Пошла запись на сей раз по-другому. У меня как-то сыгралось без свитка с Гиберлингом, но с каким-то шлемом я завалил призрака. И Яшима только уровень получила, а Викония не получила. Но ничего, получишь еще все-таки попозже немного. Яшима, мы тебе поднимаем уровень, мы тебе даем... Господи, что я там брал? Бесшумность давай, десятку. И скрыться в тенях 120 пусть будет у тебя. Или установ... Давай тебе установку ловушек. Давай тебе, да, сдадим установку ловушек. Принять. Вот так. Нам как минимум надо отдохнуть, чтобы у Джоша были все заклинания перед тем. Это мы первую печать открыли. Что там будет во второй? Я даже понятия не имею. И в третьей. Я боюсь себе даже представить. Этот молодой человек будет здесь. Вот этого надо валить. А слуги его это такое. Это такое. Господи, труп демона, кстати, остался. Яшима, ставь ловушки. Потому что, да. Ставь обычные, чтобы урон просто нанести. Янсен тоже поставит. Почему бы этим не пользоваться, если Янсен, я их тебе сделал. И тут надо будет отдыхать. Хотя, на самом деле, Вика, что у тебя тут есть? Но он какой-то, я не понял, во-первых, чем его пробивать. Виконию можно баффать и влететь на него с барьером клинков. Это первая такая опция. У меня идея есть. Защита от магии нам нужна, защита от стихий, потому что они Близзардом бьют. То есть, как минимум, вот эти резисты. Даже надо тир 2 делать.
Джошуа, тебе надо восстановить все заклинания. Еще раз посмотреть, чтобы у тебя они все были. Заодно можно переписать кое-какие под ситуацию. Но у тебя вот эти есть все. Неправильную магию. У них сопротивление магии. Янсен, тебе надо знаешь, что сделать? У них еще и спасборские сильные. Тебе надо вот это заклинание взять. Которое великое проклятие, которое любые их спасборские будут выполняться с ухудшением. Во. Вместо сферы, наверное, или вместо пауков. Вместо пауков. Кроме того прочего, тебе надо эмоцию эту еще. Она не поможет. Но спасборские им снимать нужно точно. И кроме всего, давай еще раз я себе напомню. Чары снимают с объекта заклинание, защищающее от магии. Вот сердечко, это чтобы магию снимать. Неуязвимость к магии, заклинание обращения. А вот это заклинание 5-го уровня, пролом, для защиты от физического урона, вот это. Пролом значит читать, если они защищены от физического. Янсен, у тебя вот этот посох разрядился, насколько я понял, да? Давай вот этот приготовим. 6 зарядов. Хорошо. Что еще, Яшима? Коварнейшую одну можно поставить, но куда-то сюда. Я хочу ваншотнуть вот этого паренька. Вот этого паренька. Теми силами, которые сейчас есть, можно ли это сделать без голема? Я попробую на самом деле. Попробую, почему бы нет. Только я подумаю, сейчас еще, ребята, легкий перерыв. Я подумаю, бафы. Можно бутылок напиться на самом деле. Коргану можно выпить бутылок. Но бафа, то, что бафаться нужно, это ясно. Это ясно. Надо подумать, что тут есть у нас такое. Господи, Минск, надо стрелять или атаковать. Минска можно послать в ближний бой, он даст ему тоже хорошо. Да вот этим. Как у тебя Тахо, Минск? 6-8, 3 атаки. Стрелы рассеивания Шима может дать на самом деле, или какой-то крутой стрелой. Оглушающий дротик может сработать. Хотя вряд ли он сработает, тут такие противники, что он не сработает. Будешь бросать оглушающие, нечего тут. У тебя что, перчатки исцеления, у Джоша можно перчатки Стаху дать Коргану, чтобы он вообще попадал топором. И у него Стаху 3, 2 атаки, мало. Корган, почему 2 атаки у тебя на 10 уровне? Так мало вообще. А Джошу будет делать? Ну, Джошу надо отдыхать, чтобы он что-то делал. Пока что он только лупить может. Ну и опять-таки защитная гармония, и надо какие-то защиты от магии. Сейчас я подумаю и попробую. Устан Жадос, Викония, давай начитывай защиту. Не можешь, потому что я, господи, перепутал бафы и на Коргана улучшенную невидимость зачитал. Но тогда, Викония, готовься силу победителя кастовать, будешь в ближнем бою сражаться. Как-то так, Корган сюда, тут защитный символ, одна ловушка, вторая ловушка. Я хочу завалить главного мага, главного злодея. Все будут сражаться, нет ускорения, я хочу попробовать на самом деле. Яшима из теней будешь давать удар, а Янсен будет пролом бросать сразу, тут же. Тоже в невидимость спрячься, вот так, чик. Говорю, спрячься в невидимость свою. Готовы ли все? Не, Викония еще должна встать по центру и зачитать на себя все невидимые у меня. Невидимый охотник. Викония еще барьер клинков читает. Классический свой. Тут бы ускорение, ребята, пошло на самом деле. Викония кастует, сейчас невидимость с нее спадет. Давай, вставляю первый ключ пока что. Вставляешь ключ в замок, кликни еще раз, чтобы повернуть это. А уровень вон теперь Викония получает. Ну, не вовремя немного, ну давай. Призываются. Викония прямо возле него, да? Ловушка срабатывает, этот отлетает сразу. Вот этого надо валить. Короче, Янсен, где он там? Аурумах Римли, да? Ты тут отвлекаешь, например. Ты Минск заходишь за спину ему и рубишь его. Да вы все его атакуете просто. И все. Все его атакуете. Веритас Инвина. Да, на Яшима нападают. Не работают эффекты, ну что, Яшима, тебе подделать? Придется брать катану сражаться или кинжалом невидимости можешь посражаться на самом деле с этими. Я думаю, можешь. Янсена отвожу, Джошуа идет тоже фокусить вот этого молодого человека. Тут очень важно, чтобы Янсен снял защиты с мага. У него серьезный уже Янсен, незамедлительно пролом зачитать. Снять все защиты просто. Мы промахиваемся, он кастует проклятую остановку времени. Кастует кучу бафов на себя. И не успеваю я ничего сделать. Угу, кого пробивает? Непонятно. Символ страха на Минск. Минск не бесстрашен. Не бесстрашен, я защиту от страха не зачитал. Радужные брызги пошли.
Ну, Минску капец, кажись. По Японии что-то... Джошу убил. Ага. Загрузить игрушечку. Квиксейв, да? Квиксейв. Защита от страха в иконе, говорит, нема вопросов. Нема вопросов. Это серьезные раны у него. Сейчас мы организуем. А чем он так завалил Джоша, тоже непонятно. Вот так как-то брось. Ты сюда подбеги. Да, Йошима, не сейчас, пожалуйста. Be quickly, да? Йошима, еще стрелой можешь ждать. Минск может на самом деле не атаковать его мечом, а Минск, знаешь, что делать? Минск, хорош орать, господи, какой ты громкий. Ты можешь дать ему с обилкой со стрелы какой-то, но вот какая стрела его пробьет, это вопрос. На самом деле, льда, прокалывание, взрыва или стрелы плюс один. Я думаю, его пробьет стрела, а у тебя такой нету. Господи, ну давай язвенной попробуешь Минск дать ему. Как-то 30 штук в инвентарь. Йошима может ему еще подлинненько дать в спину кинжалом на самом деле. Йошима, так и сделаешь. Вот так вот, и ему наваляешь просто. Йошима тоже подходит в эпицентр из теней. Попробуешь критануть. А Минск, ты идешь сюда и используешь обилку волшебную вот этого лука. Надо сохраняться? Надо. Так, ну этот мах какой-то очень крутой уж, просто невероятно крутой. Быстро сюда Джошуа вставить ключ. Ключ легко поворачивается в замке, они появляются. Так, Япония причиняет уже единицу урона. Но вот вы все должны его атаковать просто. Все должны атаковать, а ты должен сразу с него защиты снимать. Просто сразу. Или может его в сферу какую-то, или может по нему магии, пока он еще этот. А? Янсен. Тайное слово это магии, чтобы снять защиту. Замедление брось сюда, пожалуйста. Ну, не сработает. Полетело. Йошима уже пробила. Причем Йошима пробила Виконья. Тебе Йошима придется отойти сюда и вот так его атаковать. Ну что, бьем его? Тяжелые раны уже. Джошуа, поддай ему еще и спроси. Йошима, выпей бутылку. В невидимость спрячься. Чик. Вепон новый эффект. На Янсена нападают. У кого новый эффект? Оружие не у Минска, вот плохо, плохо на самом деле. Меня и стрелы на прокалывание, наверное, потому что это прокалывание это единственное, которое плюс 4. Или надо бы, чтобы Минск ты сражался, но он сейчас свою остановку времени проклятую зачитает, Минск и ты ничего не сделаешь. Тяжелые раны, Джоша такой так. Йошима, дай ему кинжалом, пожалуйста. Ты давай тоже руби его. А, Янсена пробивают, Янсена надо спасать. Янсен в невидимость давай, чит. Тут же погибает он, да? Тяжелые раны. Янсен невидимости. Этот его видит? Этот кастует гадость какую-то. Янсен, быстро снять защиты с проклятого мага. Снял защиты. Новый эффект. Виконья на один. Ну шо, хамстер, надо атаковать его. Ты Йошима тоже его атакуй. Виконья, где ты вообще находишься? Где Виконья? А вон она, под невидимостью. Ну вы же должны как-то здесь зайти. Вот зайди сюда за спину, зачитал остановку времени. Ну что ты будешь делать? Сейчас как даст по нам? Аурумах. Но нельзя допускать этой. Атакует Коргана. Спас бросок, Корган молодец. Спас бросок. А, он не может еще кастовать, наверное. Он получает. Коргана убьет сейчас. Корган, держись там. Смотри, как он посохом бьет. Коргана убил, господи. Коргана восстановим. Виконью, за Виконью принялся. Магию зачитал. Вот же ж какой. Хитер. При смерти уже. Завалите, завалите его, пожалуйста. У Джоша оружие не работает. Джош, взять скиметар и вот этого уничтожить. Янсен, быстро сюда. Янсен должен терпеть боль. Быстро сюда. Джош не может завязать этого. Ну, господи, Минск. Берешь мечи и идешь в ближний бой. Минск не сыграл так, как надо. Какая булава лучше, Минск? Какой ему лучше по голове дать? Плюс 1, 6 урона электричества, звезда буря. А вот это даст 2d4, плюс 4 урона нежити. Вот этой буре дай ему по голове. Вот так вот. Минск пошел и приатаковал его. Диспел пошел, это понятно. Янсен должен просто незамедлительно бросить сюда боевой диспел. Но Янсена сейчас могут пробить. Джош должен завязать вот этого противника. Полетел боевой. Как он себя чувствует? Он что-то кастует. Йошима испугался при смерти. Я опять забыл. Не, защита от страха была. Добейте его уже просто. При смерти. Готов. Молодой человек. Спасти Янсена теперь. Отвести Янсена. Виконья, добивай остальных. Сюда пошла Виконья. А, Близзард полетел. Перегруппировываются все тогда в таком случае. Быстро всех спасти. И это, ночной охотник еще работает, хорошо. Еще что-то летит, гадкое такое. Это диспел какой-то летит. Вот так атакуем. Ты сюда, ты сюда. Ты, Янсен, вообще подальше оттуда отходишь.
Викония сражается, Янсена контрим. Ты сюда, Янсен, выпей бутылку, чтобы не убили тут мне Янсена. Не хотят они атаковать, но Минск теперь должен, наверное, Минск должен врываться атаковать. Ты атакуешь вот этого, ты, Джошуа, атакуешь вот этого. Янсена спасти. Янсена глохший. На, получи. На, получи. Янсен, убегай. В тени давай, Янсен. Чик-чик. Вот так вот. Все, они тебя потеряли. Викония заканчивается действие, но барьера клинков. А Близзард пробивает только на невидимого охотника. А у этого тяжелые раны. Невидимый охотник вроде бы пробивает. Ловушка заклина. Янсен не может кастовать ничего. Берешь арбалет, стреляешь. Бутылку выпиваешь для начала. Выпил, стреляешь теперь по нему. Хлопухой дай ему, Янсен. Знаешь что, чтобы он тут не расслаблялся. Хлопухой дать по нему. Бейте его. Dangerous mistake. Ты давай, Минск. Бош пищит. Смотрите, какой накал. Этот невидимый какой-то феромах. Господи, а можешь предмет пока, можешь, истинное зрение, невидимость и рассеть всю. Ага, получил. Яшима убивает. Где Яшима? Яшима где-то далеко. Но Яшима, я ничего с тобой сделать не могу. По тебе Близзард дали. Если убежишь, то спасешь свою жизнь. Минск, сколько зарядов осталось? Три. Три просто осталось заряда. Не можем их поразить или что? А ну, Джошуа, тяжелые раны в феромах. У этого серьезные. Ну, они капец какие крутые. Янсен отошел. Может давать теперь магию? Что я хотел, Янсен, чтоб ты дал? Я не знаю, молнию дай сюда. Вот так, быстрее, Янсен. Быстрее, пожалуйста. Этот в невидимость ушел. Ну вы посмотрите только, что происходит. Минск, добей вот этого пока что. Викония нормально держится, выпивает бутылку. Фокус по вот этому, пока второй не... Чтоб второй не кританул сейчас Янсена. Янсен тоже в невидимость. Чик, попробуй найди теперь сыщи. Янсен подходит сюда аккуратненько. Где там Яшима? Яшима вроде бы убегает, спасен. Янсен, быстро использовать спектроскопы, капюшон мага и найти невидимого. Второй тоже в невидимость ушел. Истинное зрение, иллюзия рассеяна. Это иллюзии все были в это время. Янсен пошел спасать. У этого размытие. Янсен пошел спасать Яшима. Все пошли. Викония, зачитать истинное зрение быстро. Так, какой экшон? Нету истинного зрения. Господи, защитную гармонию читануть. Янсен выпить бутылку еще одну, не успеваю я все делать. Так, заходим. Вот этот один остался. Ну, сейчас ты получишь у меня, сказал Джош и запустил по нему, чтобы заклинание кастует, и остановить незамедлительно его. Опять в размытие, вы посмотрите каков. Иллюзионист. Янсен говорит, сейчас я тебе покажу иллюзии. И третий раз капюшон использует. Полетело заклинание проклятое. Не боимся, не убоимся. Это диспел полетел. Каждый из них кастует диспел. На, получи сюда, что ты думаешь. Шутки будем шутить с тобой. Фермах, Рилмани. Брат, наверное, этого мага. Кастует, сбить ему заклинание, Янсен. Приготовить хлопуху и дать ему по голову. Еще один здесь, Янсен. Сбить сюда заклинание. Опять он в невидимость. Какой-то череп от него остался. Готов, кажись. Это череп-ловушка. Аккуратнее, Янсен. А Янсена не рассеешь эффекты в феромах, потому что Янсен подает... А, это черепа Янсена, наверное. Янсен говорит, не пробиваю их лопухами, командир. Перехвалил супер эти... Не, давай арбалетом просто так, огненным уроном. Яшима где? Яшима... Испугался, бегает. Яшима хорошо, что жив остался. Защиту от страха быстро, Викония, сюда повторить. Вот это бой, конечно. Нет защиты от страха. Что поможет, чтобы с Яшима снять страха? Ничего. Блэс какой-то зачитай. Что мне кажется, что это не все. Янсен сюда. Откуда череп-ловушка появилась, не знаю. Яшима надо хилить, чтобы он не погиб тут случайно. Не идти на череп-ловушку. Не идти. Надо этот череп-ловушку обезвредить. Кто будет обезвреживать, сохранится. Еще один остался, уничтожить его. У меня нет уже заклинаний, чтобы его, чтобы рассеивать его невидимость. Феромах, он на нас дисполы кидает, он при смерти, готов. По 8000 опыта за каждого, не подождите вы за каждого. Эти каждые это такие санки, за первого сколько дали? Феромах, феромах, за этого 8, за первого дали. Феромахи, феромахи все погибли. И рассеялись. Вот первый сколько? Арумах или как там его? Где же он? Так, за первого дали 27 тысяч опыта. Это мы завалили. Где этот Ферумах? Это Ферумах. Арумах смерть. 27 первый, а все остальные по 7. Слушай, надо диспел на Яшима, уже проканает. А нет у меня диспела. Давай Янсен на всякий случай еще видит невидимое. На всякий случай. Что-то этот страх вообще не проходит.
Истинное зрение все это время работает на Янсене. Палица какая-то лежит. Янсен говорит, могу проверить. Какая-то серьезная палица. Давай ее сюда. Какой-то скипетр волшебный. Палица. Дубинка детонации плюс 3. Эта дубинка перестает... мощная деревянная дубинка пылает яростным духом демона, навеки заточенная заклинаниями в это оружие. Однако иногда его ярость вырывается наружу, нанося пламенные удары. 20% шанс нанести цели 10 урона огнем при успешном ударе. 7% шанс, что противник поразит огненным шаром при успешном ударе. Это плохо, бы нам может дать. И плюс 3 урона огнем. Это, ну, дубинка крутая. Конечно. Но вряд ли мы ее будем использовать. Интересно, ее можно улучшить? Бутылок вообще нету. А ну давай сюда Янсену выдадим еще лечение. Одну, две, три ему хватает на эту. Корган был под бутылкой силы еще, да? Вроде бы я успел пропить. Был-был Корган. Корган, параметры, ну, Коргана воскрешать надо. Викония говорит, надо экономить жезл волшебный. Я Коргана так залечу, все равно отдыхать. Меня волнует Яшима, который не хочет никак отходить. Сильно волнует. Минску нравится с двумя оружиями. Смотрите, как он стильно смотрится. Корган говорит, что такое произошло? Ты, Корган, давай не выпендривайся, подбирай вещи свои. Немногочисленные пожитки. Бутылку... Не, не успел выпить бутылку силы. Я забыл об этом. Отлично. Яшима жив? Яшима, проверит ловушки. В этот череп не надо входить, Яшима. Ты можешь его обезвредить, кстати? Вот это меня всегда интересовало. Ну пусть он будет, может он по противнику сработает. Нам еще две печати открывать. Хе-хе-хе-хе. Так. А тут еще выход какой-то. Мы в этот выход не ходили еще. Шима, что как оно? Корган, давай вещи подбирай. Что ты тут устроился себе? Эта бутылка силы, думаешь, не выпил, то придется еще пить ее, наверное. Наверняка. Корган такой черный, давай еще темнее сделаем. Вообще, чтобы было серьезно все. Вот так вот, Корган. Топоры приготовить все. Роги разрыва приготовить, ожерелье одеть, победоносный этот. Бутылки сюда сложить, эти ты читаешь на досуге книги. Ну и шарики играешь на досуге, что я тебе сказать, Корган. Хорошо, трудный бой капец какой. Трудный бой капец какой. Викония еще с уровень. Ну что, за каждый ключ получим еще по уровню, может быть, вставить их все. Давайте это попробуем, но я хотел бы сначала Виконии поднять уровень. Так, Викония. Быстро и решительно. Спас-броски, это все ясно и предельно понятно. Здоровье на двойку, точно так же вроде бы, да? И первый-второй уровень принимаем. Викония. Викония, Викония. Что тебе взять? Вот это я хотел взять. А второй уровень тебе взять песню еще одну. Мне три мало. Вот это надо еще взять, Викония. Я тебе хочу вернуть силу, а у тебя есть эта сила. И шестого ты вот это не используешь. Нанесение критических не используешь просто. Бесплатный слуга. Приказы любого врага может понадобиться. Критических ран надо, чтобы Викония прикасалась. Это такое заклинание, давай убери его. Медведей можно призывать, Викония, на самом деле. Удар славы. Ну, исцеление еще может пойти, на самом деле. Ложная заря отличная против нежити. Заклинание. Седьмой у тебя. Перст смерти, это что такое? Регенерация. Это... Слушай, с бутылки можно выпить. Может исцеление какое-то взять, Виконий, или медведей. Давай горных медведей будешь призывать, Викония. Псамонов понадобится. Так, я хочу проверить ключи, я их просто хочу вставить и посмотрим, дадут ли нам за это еще опыт. А потом мы выйдем сюда. Опасно подходить сюда, говорит Виконий. Командир, что ты вытворяешь? Командир говорит, заигрался уже. Легкий хил на Коргана. Виконий, хилы остались? Легкие только остались, Коргану не достанется, на Яшима хил. Череп-ловушка, что там даст? Можно железную кожу было бы накастовать. А тут еще два легких хила. Давай я все потрачу. Виконий, себя залечить. Музыка страшная, не убоюсь зла, говорит Виконий. Доспех давай кастуй на себя. Кто ловушку будет обезвреживать? Непонятно. Ну, а еще легкий хил на Коргана, все равно придется отдыхать. В Минске еще был там хил какой-то, в Минске вообще ничего не осталось. Янсен тоже все потратил. Янсен, накидка щита, супер защита, да? Чик. Ну, она против метательных. От этой берлоги воняет злом, говорит Минск. Подожди, Минск, спешить, сохранимся. Я еще не знаю, можно ли в этой берлоге отдыхать, мне бы не хотелось. Что теперь можно сделать? Слишком далеко, чтобы это использовать. Ты больше ничего с этим не можешь сделать. Я вставлю второй ключ.
Да, получаем. Вставляешь ключ в замок, кликни еще раз, чтобы повернуть ключ и взгляни. Это Минск получает уровень. Нам эти уровни критичны сейчас, наверное. Потому что отдых будет. Третий ключ вставляю. Еще кто-то получает уровень. Корган получает уровень. Неплохо. Сохраниться. И выйти. Я хочу на улице передохнуть. Друидская основа это желает этого. Так, еще две печати осталось открыть. Потом появится, наверное, самый главный злодей. И мы всех... Опять не туда я вышел. Удвой бдительность, Джош. Джош, путаю. Не туда вышел. Сейчас выйдем туда и поднимем уровни. Что такое? Минску очень идет двумя этими мечами сражаться. У нас очень много, как бы сказать, милишников. Милишников таких позиционных, которые могут и так, и так. Так, я вернулся, череп-ловушка висит еще. А сколько опыта-то дали? По 20 тысяч каждому, господи, за каждый ключ. Вот это выход, наверное. Комната, алтарь духа, алтарь вызова, машина сфер. Сфер, алтарь вызова, испытание, может быть, было там правильно. Я не знаю, правда, как в оригинале было. Во. Вызова челленджа какого-то, да? Я выхожу, и это, наверное, последняя дверь. Это предпоследняя дверь. Ну хорошо, поднимаем уровни. Корган заслужил вполне себе. Затанковал, да? Сейчас у тебя будет 11 уровень. Неплохо. Топоры, спас барский вот у него уменьшает. Это, и таху снижен на 1, 3 единицы здоровья. То есть ты после 10 уровня каждый персонаж сильно уже не будет вкачиваться. Так, но таху у тебя снижен уже тройка. Две атаки все еще. Хорошо, Минск уровень 12 будет. Боевые навыки, Минск. У тебя два вида оружия есть, и теперь надо решать Минска. Я не могу отменить. Господи, ты прости. Катану ли брать тебе Минск? Аль меч невероятный, длинный или короткий там был? Или топор? Минск. Но Минску надо явно брать два вида оружия, какой-то второй меч придумывать ему. А какие там? Вакизажи, может, там был крутой какой-то у нас. Или катану. Катаны крутые. Катану уже может брать тогда, но катану... Я не знаю, ребята, я не знаю, господи. Минск, как сложно. Или полуторный, или там и полуторный был тебе Минск. Тот, которым ты сейчас сражаешься, крутой. Он полуторный или нет? Я не могу сейчас выйти посмотреть. А я загружаться не буду. Длинный может быть. Длинных мечей куча у нас. Минск сможет переключаться между ними. И хорошо взаимодействовать, магию из них использовать. Это тоже длинные мечи, они самое распространенное оружие в Фаеруне. Но катана там урон будет у Минска. Я катану возьму. Катану беру. Чик, Минск. Ну, Минск, принимай. Принимай вот эту катану. Да есть же, говорит Минск. Давай сюда. И булавой могу, и всем могу. Но Минск, я думаю, ты готов теперь. Сколько у тебя таха будет с катаной? Во-первых, надо второе оружие придумать, которое самое сильное. Это именно должна быть булава. Это плюс 2 всего лишь булава. Но это против нежити Минск будет брать. Вот это самое сильное, звезда бури. Это плюс 3 булава. Андуровал какой был? Это был длинный меч. Надо было брать длинный меч. Плюс 4 был бы сейчас. Но Минск не так стал у себя гадалося. Катана и булава тоже неплохо. 4-5 тахо, 5 из 2 атак. Если с двумя булавами, то у тебя 5-5, кстати, хуже, потому что это, ну, такая себе булава. С этим мечом у тебя 5-5, хо-хо. То есть не имеет практически смысла. Но с катаной пойдешь. Катаной бьешь, булавой добиваешь. Как-то так, 4-5. 5 из 2, ну, Минск теперь очень крут. Лук длинный тогда, получается, не нужен. Минск. Но это смотря от противника. Виконию можно делать спокойно ренжовым персонажем, но нету прыщи хорошей. Есть такая Викония. Тогда тебе надо все заклинания переписывать. Делать Минска танком. Но пока что рано еще. Да давайте просто отдохнем, прожмем. Минск, еще заклинания какие-то, наверное, выучил новые. Бусесват. Не, ничего не выучил, потому что Минск немного цейво. Ну говорит, что? Ничего, отдых прожимаю. Вторая печать нас ждет. Кто там появится, я даже представить себе боюсь. Я боюсь даже представить, кто появится, когда все три откроем. Так.
Хорош отдыхать, расслабляться. Золото третий раз уже поступило в замок. Вернуться в проклятую башню и приготовиться. Но умиротворяющая музыка что-то не сильно умиротворяет. Я тянусь за кофе. Я дотянулся до кофе. Какую следующую открывать? Эту или эту? What do you require? Может, они сопоставимы с этими? Отсюда сейчас эту нажмем, как дракон не появится. Но то, что бафаться надо, это ясно. Это ясно. Как минимум, да. Во-первых, у нас теперь и голем будет, и призыв всяких существ, и защита от страха у нас много. И Викония может сражаться, и Минск может навалять, и ловушек можно поставить. 5 уже штук у Яшима. И Янсен может поставить такую легенькую. 2 ставлю. I set a trap. Смотрите, как Янсен доволен, что установил ловушку. Давайте не будем пока что бафаться, чтобы было интересней. Легкую песню зачту и все. И посмотрим, кто нападет. Может, так затащим. Эти наземные бывают такими тупицами. Под легкой песенью будем идти. Говорю, под легкой песенью. Ну, силы можно засчитать еще, командир. Открывай портал, проклятой силы. Ключ легко поворачивается, замок открыт. Лич появляется невидимый какой-то. И причем не один. Пылающий череп. Пылающий череп. Азамантис появляется. Ну, шутки тут шутить явно никто не будет, ребята. Надо ускорение и набегать. Сейчас он защиту насчитает. Ты успеешь, Янсен, ускорение. Так. А все остальные, кроме тебя, на лича понеслась. Конечно же, он кастует, да, на себя. Азамантисы, чтобы не были этими. Янсен, новый эффект пошел. Янсен пролом на него быстро, чтобы все снять с него. Быстро, Янсен, от тебя очень многое зависит. Я понимаю, что пылающий череп на тебя нападает. Ему наплевать на самом деле. Легкие раны всего лишь. Все его лупят. Полетели, снял защиты. Яд пошел, да? Но мы выдержим. Яшима пробивает, он выпьет бутылку. Руби его, Яшима, этим кинжалом проклятым. Легкие раны не пробиваем, господи. Зачитай за снятие защит, Янсен. От тебя очень многое зависит. Новый эффект у Яшима, да? У Минска новый эффект? А у кого есть эффект? Опять кто-то звонит. Ну что, Олена, ну что такое? Я должен сделать паузу. Так, продолжается бой. Тут... ну, не знаю. Виконя, бьешь его вообще? Ну, Янсен должен с него защиты снять. Полетело заклинание? Диспл давай туда, шо, боевой, чтобы эти защиты снять. Быстрее, Янсен, мы в еду все. Полетел диспл. Серьезные раны. Джош на 16, у Коргана оружие не действует, да быть не может. А плюс 4, наверное, надо, Корган. Бутылку выпей, чтобы увеличить шансы. Яшима сейчас вообще убьют. На Янсена нападают, Янсена наплевать. Яшима отступает без бутылки. Яшима в тени, чик под бутылкой. Вот так пошел. Так, Лич что-то считать начинает. Джоша тоже пробили, он выпьет бутылку. У Азамантиса тяжелые раны. Яшима, текай. Текай, вот так вот подставь этого, наших подставляешь, Яшима. Да всех подставил, Яшима, что ты вытворяешь? Янсена сейчас подставишь, да? Стой тут, Яшима, и не выпендривайся, паука призови куда-то сюда. Янсена не могут пробить черепа. Янсен, давай сюда голема тогда, в таком случае. Джошу надо выпить бутылку, его пробили, у него нет уже бутылок. Джош, достаешь эту бутылку? Быстро и решительно. Последняя, наверное, да? Нет, еще не последняя. Шее пороху порохивница. Каже командир, выпивает бутылку. Выпивает, говорю, бутылку. Выпил бутылку. Иммунен к урону, да? И даже к Виконии. Да снимешь ты с него защиты, Янсен. Ну пролом, правильно, чтобы снимать защиты? Слово силы усыпить. Ну пролом же от магического оружия снимает защиты. Я ж правильно уже выучил, запомнил. Чары предназначены для защиты как от особых эффектов, так и от физического урона. Вот полный список. Может, там ловушка сработала, ребята, по нему на самом деле, и он находится в сфере Отиуга, да? Тогда надо же простой диспл читать. А я читал боевой, тот же должен сработать. Ян Янсен. Тогда должна Виконя отступать и читать заклинание. Виконя отступает, читает обычный диспл. Пытается. Так, Манас Патентус Фаро, фаерболы летят.
слова о речи не мечи, тебе надо бы залечиться. Полетел диспел, господи, тут же нас всех пробивает. Мы его завалили, кажись. Я не вижу, по крайней мере, его. Может, он в невидимости? Глиняный голем, короче, мы все перегруппировываемся, кроме глиняного голема. Глиняный голем бежит куда-то сюда. По нам летят диспелы, мы его завалили, наверное. Сейчас, да, получили 25 тысяч опыта, ну такой личок небольшой. Тут паук у нас, глиняный голем сюда, корган сюда. Быстро залечить всех, Викония, пока есть возможность. Общий хил пошел. Быстрее давай, этот. Так, и еще репа взрываются, да? Фаербол летит по нам, фаербол. Кто может выпить эту бутылку сейчас? И подействует ли она? Потому что я вижу, что фаербол летит. Было бы сейчас круто, если бы она сработала, потому что я всем не успею выпить зелье ледяной пыли. Джошуа выпивает зелье. Фаербол прошел, но резисты, кажись, сработали или нет, непонятно. Кого рубить следующего? Все захилены. Еще в этот момент Викония все-таки успела зачитать. Пылающий при смерти готов. Надо с дальнего боя работать или нет? Какие-то они капец ускоренные. Подождите, надо перегруппироваться и не спешить. Фаербол, когда умирает череп, понятно. Только по Янсену сильно проходит. Коргану надо опять-таки лечиться. Джош, вызови Джулона на помощь. Что еще потратили-то? Мы все серьезные заклинания потратили. Надо какую-то защиту от огня максимальную. Ну, не знаю, например, на Яшима. Во. Минск берет лук все-таки и будет стрелять в дальнем бою. Минск не может взять лук. Минск может взять лук. Минск, будешь стрелять стрелами прокалывания. Вот так, Яшима, будешь стрелять дротиком своим плюс 3. В надежде, что ты его возьмешь. Яшима при этом еще надо бы его захилить. Захилить. Джош Джулона призывает. Может там... А, это наш голем разобрался на самом деле. Джулон еще есть ускоренный. Все, фух. Фух, сопротивление магии. Там еще один остался, посмотрите. Ну, надо туда какое-то... заклинание, чтобы это развеять тучу эту. А можно туда на самом деле еще огненные дать. А они все огненные, говорит Викония. Давай, знаешь что, я лучше зачитаю защиту от огня максимальную на кого? На Минска или на Коргана? У кого, кстати, кольцо защиты от огня? Напомните мне. У Минска. Минск пойдет стрельнет туда просто. Так что Викония... Да, защиту эту засчитывай на Минска, усилить ему защиту. Джош, используй, наверное, исцеление какое-то на Коргана, чтобы побыстрее его захилить, чтобы он смог втанковать это все. Хорошо. Яшима надо тоже вылечить, но не смогу. Янсен может, Янсена я не хочу посылать, чтобы он часом не погиб. Но Янсен в невидимости пойдет, проверит еще какие-то вещи, проща, кажись, и это. И вот этот один... Пылающий череп остался. Янсен отступает, Джулон нападает на пылающего черепа. Янсен отступает сюда куда-то. Потому что читает огненный шар на Янсена, и он срабатывает по Янсену. Хорошо, Янсен, тебя надо отвезти. А этого ваншотнуть получится? Минску получится. Минск пошел, расстреляй по нему. Где он? На Джулона нападает. Где он? Вот тут где-то. Минск, атакуй в дальнем бою. Пробиваешь? Пробиваешь. Сопротивление магии у него. Пробивай его, Минск. Так, и Джулон его сейчас добьет. Но Джулоном пожертвуем. Что сделать? Пылающий череп. Слуга полулича. Минск, застрели его. Давай, обилку не надо использовать. Готов. И Джулон погибает с собой, жертвует ради командира. Вторая печать в разы слабее, чем первая, я считаю. Собраться, отдыхать все равно будем, потому что надо, наверное. Еще какой-то супер проща какая-то, господи. Ну, Янсен, смотри, это предметы просто неимоверной силы. Проща Ирины плюс 4. Возможность создать ядро плюс 4 раз в день 5 штук. И таху урон отличный. Кто получает, то, наверное, Викония, потому что нет у нее еще с дальнего боя. Опа! Викония. Готова к бою. Может, Минску надо было цепи выучить, чтобы передать. Минску можно же передать пояс силы. Викония щит не сможет носить здоровенный. Щит славы тогда, щит гармонии. К подчинению можно так сделать на самом деле.
Да, Виконию на задний план. Время ли сейчас этим заниматься? А почему бы нет на самом деле? Щит командиру. Еще какая-то штука, это посох какой-то. Виконья, трохода. А, ну цепом не сможешь пользоваться. Ну и вот настало время дубины тебе возвращать. Дубину возвращать. Но барьер клинков, Виконья, забудь об этом. Но сила у тебя будет 18 с этой дубиной. Это если понадобится. И все. А Минск или Корган может... кто круче у нас по урону? Корган с морем. Таху 12. Минск круче, потому что двумя мечами Минск должен получать. А у Коргана пояс и так 19. Тогда пояс идет... Не знаю, кому Янсену. У Янсена есть пояс. У Яшима есть пояс. Поясом надо разобраться. Пояс силы идет Минску. Щит идет Виконии. Цепом не сможет пользоваться. Сможет пользоваться дубиной, зато и силу себе поднимет, если будет нужно в ближнем бою. И так Виконя будет стрелять из прыщи у нас. Потому что ловкость 19 нормально сможет. И больше атакующий сможет кастовать и священническими своими обязанностями заниматься. Виконии тяжело нести. Щит Балдурана она тоже не сможет нести. Но его надо передать Коргану, наверное, в данный момент. Корган на всякий случай, да? Пояс силы надо все-таки Минску давать. Я считаю, Минск. Минск, у тебя сила сколько? У тебя 18,93. У тебя, в принципе, почти как 19. Это не надо делать. А у тебя 18,77. Тоже, ну, тут похуже. Не надо этот пояс передавать никому. Они и так танкуют у меня нормально. Что я начал? Виконя, верни себе обратно. Просто прощу тебе и все. Во. Что я еще там снимал еще какие-то пояса. Не надо никакие финтифлюшки. Я нормально все придумал. Это Минску верни. И все это. Потому что, насколько я помню, 18,93 это практически так же, как 19. Оно. Самое крутое там 18,00. Это то есть 18,100. Во. Нормальная сила. Виконя, если что, еще и стрельнет из пращи. Пока что пусть рубит этим цепом веков. Все, ничего не надо менять. Так. Давай, Янсен, опознавай теперь вот этот посох невероятный. Змеиное древко плюс 2. Окрашенное змеиным орнаментом мощный посох при каждом ударе может разрядить противника смертельную дозу яда. 50% шанс отравить цель при каждом успешном ударе. Яд действует один раунд, наносит 2 пункта здоровья в секунду, пока цель не выполнит спас бросок против яда. Таху не очень, но... Неплохо. Неплохой посох. Друидский, кстати. Бутылок опять нету у нас. И осталась последняя печать. Я боюсь на самом деле. Я не трус, но я боюсь. Кому бутылки нужны? У всех ключевых есть. В Минску надо. Яшима надо опять. Есть у меня здоровые, оставались там такие. Ну, средненькие остались, улучшенного. Пару штук. И здесь еще эти. У всех есть бутылки. Мне надо переживать. Минск, берешь эти? А Яшима берет тоже эти, наверное, потому что Яшима плотный. Вот. Яшима подставился огнем. Вот это зря я побежал. Я прекрасно осознавал, что это не надо делать, а все равно побежал. Не знаю, почему так получилось. У Яшимы судьба хиндо еще катана. Слабое восстановление раз в день. Это надо выдать. Это катана все-таки плюс 3. Да. Ты Минск. Приготовь свою катану пока что. Это тоже плюс 3. Так у тебя получается Минск с двумя катанами, ты будешь 4, 4, не, 4, 6. Но это будет лучший урон, чем от булав, потому что булавы плюс 2. Вот это плюс 3. Странно. Странно, Минск. 4, 5. Ну такое, ладно, Минск, это такое все. Проверить еще, кстати, мага надо на предмет, но у него с него ничего не выпало почему-то. Он каким-то посохом там тоже орудовал. Так, еще раз хочу отдохнуть. Давайте прямо здесь. Потому что хила у меня нету. Мне бы хил еще один общий командиру, наверное, взять заклинание. Командир, на каком уровне? На пятом. Вместо чего? Ты железной кожей так редко пользуешься. А этот хил... У тебя много сейчас заклинаний. Мы можем затащить следующий бой, но... Я боюсь, что не можем. Я сохранюсь по этому поводу и отдохну. Я подустал уже на самом деле. Давай, Яшима, мы поставим пару ловушек еще. Только обычных, чтобы они урон наносили. Не коварнейших. Потому что тут, по-моему, с нами сыграла злую шутку коварнейшая. Мы стояли в зловонном облаке, а мерзкий лич был все это время, ну, типа, в сфере вот в этой, от юга. Да, то есть сам себе, Яшима, ты
сделал проблем. Поставь обычных ловушек, что? Сюда, сюда. А коварнейшую, знаешь что, Йошима, поставь вот туда вообще. Если нам придется убегать, то мы будем убегать в эту комнату куда-то. Тут еще две ловушки. И мы туда убежим, и коварнейшая сработает, нас прикроет. Янсен то же самое. Янсен, попробуй пораниться только об ловушку. Янсен говорит, не волнуйся, командир, я опытный. Установил ловушку для неосторожных ног. Во. Янсен, если мы будем убегать сюда, а где больше места? Ну, тут можно помансить. Ну, Янсен, где-то тут можешь поставить ловушенский. Так, у меня есть хилы. Можно на самом деле попытаться захилиться? Командир, Блэс есть. Давай тебе вернем, во-первых, спылы, которыми ты пользовался. У нас есть призывов сейчас много, мы можем затащить еще. Железную кожу давай сюда поставим, чтобы я не забывал об этом. Хила 4 маленьких. Один здоровый есть, но это на Яшима идет. Янсена надо отпивать бутылками. И Виконию надо захилить всего лишь-то. Остальные реген нет. Кстати, можно же еще Виконе кольцо передать регена. В этот момент, почему бы нет. Кольцо регенерации, пока мы все тут будем бафаться. Янсен, вместо чего? Вместо кольца защиты, только не забыть. Это, а Минска еще надо хилить. Минск, используй, во-первых, пояс. Во, Виконя что-то слабо захилила. Не особо, как это. Еще здоровый хил есть, давай на... Ну это, Янсен, ты регенишь потихоньку, 32 хп. Минск использует еще легенький хил. Так, Корган использует... Не знаю, невидимость давай на себя, чё, хуже не будет. Виконя, шар, даруй мне силы, это все залечить, говорит. Речи не мечи, говорит Минск, и использует еще... Что это, сила Ангарувал плюс 4, амулет защиты от яда использует на себя. Яшима использует ничего, уже больше не может, ну коварнейшую только может, еще спрячься в теле. Да, отступи. Янсен что-то не сильно регенит, регенит потихоньку. Ты ускорен. Почему это ускорение не срабатывает? Сработало. Как Кулдагар, говорит Янсен. Янсен, призывай давай все, что можешь, вот этого невидимого, например. Джошуа призывает Элема, например. Виконья призывает медведей, кстати, посмотрим, что за медведи. Ехали медведи на велосипеде, посмотрим призывы новые. Янсен, вот это защитное заклинание, на всякий случай. Кроме всего прочего, всех призвал, кого хотел. Но сейчас туча, о, какие медведи крутые, говорит. Яшима не вылечился, статуэтку паука использовал, бутылку выпей, я не буду экономить. Что, вот эту надо теперь включать. Готовы ли мы? Я сохранюсь, и мы можем затащить, если там что-то дикое не будет. Ну, надо, наверное, элементарную песнь зачитать. И зачитать элементарный блесс, который может сделать даже Минск. Вот так. И что можно? Железную кожу можно зачитать? Почему нет? Почему нет? Вот так, полетела железная кожа. Джош будет непробиваемый. Какие-то 10 там ударов и сможет затащить все что угодно. Так, папа может все что угодно, говорит Джош. Ты что еще можешь сделать? Берсерка своего вызвать сразу. Открываю печать. Последние стражники тюрьмы проснулись, и ты понимаешь, что если хочешь сразиться с заключенным и выжить, то со стражниками ты справишься без труда. Неплохо, я вам скажу. Охотница Амиралис Зейвур. Что там написали еще? Все обладают. Твой конец близок, глупый божок, говорят стражники. Так. И выжить, то со стражниками открыть последний замок. Колесо теперь можно повернуть, чтобы открыть печать. Подожди ты открывать печать. Мать Улья, во-первых. Йотоси какой-то. Что это такое? Ксей Йин То. Амирали Зиур. Я тут погорячился их вызывать. Кто-то, кого-то завалили сразу, но это благодаря ловушкам. Что, испугался, Корган? Не, в ярости просто. Щит Балдурана давай взял. И на мать Улья пошел. Так. Ну, я даже не знаю. Жуков читать хочется на самом деле сначала. Для начала сюда. Господи, прости, ускорение бросать на всех на нас хочется.
Тут тебе придется погеройствовать, Минск, например. Я Тоси. Защиту от зла прочитать, как минимум, потому что демон, да? Я Тоси этот. Ну, похож, по крайней мере. Да тут я даже не знаю, что тебе сказать, Яшима хорошего. Нежити среди них нету, суперстрелы какие-то. Дротиком по лучнику дай. Понеслась. Так, ну вроде не так уж и страшно. Очень страшно, Яшима ваншотует прямо с одного выстрела. Яшима, невидимость. Хорошо. Джош, зачитал лужиков? Непонятно. Защита от зла тоже не вижу, чтобы была зачитана. Минск. Это мах, вот этого надо вырубать. Пошел Минск. Защита от зла пошла только сейчас, на Минску не прошла, жуки полетели. Так, Джоша уже пробили. Джоша, ты где? Ты тут? Ты под железной кожей, тебя не могли пробить. Ятоси, это что такое? Это скелет какой-то появился, Ятоси с тяжелыми. Я не знаю, кто из них самый опасный. Это с легкими, это охотница с легкими. Ух, Викония, боже мой. Гармония защитная была зачитана, уже поздно ее читать. Стрела славы по кому? По демону, наверное, да? Или Ятоси не демон? Вот это на демона похоже. Давай по Ятоси сфокусируемся. Этот зажатый. Ян Янсен. Замедление на них. Яшима убивают, выпивают бутылку. И убегают просто. Сильно стреляют по мне, под обстрелом, командир. Пытаюсь убежать к своей же ловушке, которую я поставил, и надеюсь, что у тебя получится. Минска убивают, он выпивает бутылку. Минск замедлен, Коргана убивают. Корган что, под влиянием жуков, да, Корган? Жуки на тебя полетели. Ты выпьешь бутылку? Да, жуки на тебе, кажись. Мать Улья, Кисеян, серьезные раны. Корган, ты тут побегай немного, просто побегай. Да, жуки на тебе почему-то. Теперь очередь Джошуа ворваться на проклятого Бихолдера. Джошуа ему дает. Минска пробивают все дальше. Где Минск? Господи. Яшима побежал. Лучник за ним не пошел. Но Яшима, выпиваешь бутылку, и атакуешь лучника, потому что другого сделать не можешь. Янсен, ты тут, наверное, ключевой. Ты какие-то должен замедления на них бросать. Может, кто-то из них перебрасывает заклинания, да? Слово силы угомонить. Хаос, молнии давай, наверное, да. Или выруби кого-то вообще. Выруби лучника, например. Не срабатывает. Янц, этот, Корган замедлен. Минска сейчас убьют. Ну капец тут сражение. Я пытаюсь прожимать бутылки. Тут появляется Кисиен. Бьет Янсена, убивает Коргана уже. Так, давайте посмотрим, чего мы добились. Мы хоть кого-то из них убрали. Мы кого-то первого ваншотнули вот тут. Я смогу сейчас перегруппироваться к той ловушке, Викония? Я думаю, что не. Я бросаю сюда так. Все остальные перегруппировываются. Все остальные это четверо. Да, Яшима убивают, Минска убивают. И Викония сбрасывает заклинание. Тут надо капец бафаться. Этот священник под невидимостью. Надо понять, кто опаснее. Вот этот с двумя мечами, это какой-то боец. Виконию пробивают, болезнь на нее наслали. Викония, что поделаешь, я теперь ее не сниму. Вот этого попробуем взять. Что еще можешь дать по ним, Янсен? Я не знаю. Я даже не знаю. Тут какие-то вот эти тучи вонючие можно туда побросать. Например, Бихолдер убивает. Но пока нас не убили, надо оценить. У мать у Ульи серьезная рана. На нее должен идти, наверное, танк, который будет... Это еще с учетом ловушек. Танк, который будет... с щитом Малдурана. Ятоси с тяжелыми ранами, ну какая-то, как это называется, господи, змея с этими шестью руками, да? Охотница, просто стрелок крутой. Вот это какой-то типа кинсая, что-то такое, самурай какой-то. Но эти стражи капец плотные. Так, смотрим, работает ли вонючая туча Янсена. Джошу сейчас убьют, он отступит, потому что я хочу... я уже ничего не могу сделать. Вонючая туча, кажись, не работает. Охотница пробивает Яшима. Надо читать лох, мне лень на самом деле. Ну что, фокусить их всех? Это дроу вообще похоже. Амирались за Увир. Это на дроу вообще похоже. Надо будет всех призывать. Смотрите, какой этот здоровый Ятоси. Джошуа, что делать? Все повержены.
Ну, защитную гармонию попытаюсь еще. Этот в невидимость уходит. Понятно. Ну дай вот этому. Ты уже ничего не сделаешь, ты погибаешь просто. Замедление пошло, кстати, по ним. Ох, ребята, тут бой будет капец какой сложный. А что, какой босс должен быть тогда в этом подземелье? Я даже боюсь себе представить теперь. Я хочу тут отдохнуть, наверное. Я хочу тут отдохнуть и еще ловушек поставить, чтобы хоть кого-то из них вырубить. Это капец. Я с тобой. Это так навскидочку. Может, по одному их можно как-то отманивать, а? Тоже вариант. Почему? Потому что все не побегут. Это тоже вариант. Мы так сражались с этой, не с плетью, а господи. Ну, ускорение тут надо по-любому первым заклинанием. Вы тут стойте. Вы тут стойте. Ты сюда? Ускорение точно надо бросать. Янсен. Ускорение, например, как-то так. Ты зачти какой-то там огонь сразу. Вот. Можно так сдействовать на самом деле. Сюда удар огня. Тут же зачитываешь под ускорением. Ты зачитываешь, не знаю, нимфу, защитную гармонию, во-первых. Во-вторых, бежишь сюда, открываешь этот портал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все появляется, полетел огонь мой. Появляются, метеоры работают. И вы отступаете просто куда-то сюда. Элен, полетела под Джошу. Это что, проблема, говорит командир? Виконя, перебрось мне щит Балдурана. У кого он? Он у Коргана. Корган перебрасывает Виконе, и Виконе перебрасывает Джошу. Джош берет щит Балдурана и не боится. Так, у них там спас броски, это у нас спас броски. Ну и все, и туда теперь надо колбасить, Ян Янсен. Я так думаю. Замедление, во-первых, полетело. Ты отступи немного. По матери отлетают от щита Балдурана. Виконе, туда надо что-то еще читать, это мало. Ну, защиту от страха, да-да-да, это понятно. Все, истинное зрение какое-то, истинное зрение надо зачитывать. Минск пока что ничего не может сделать полезного. Они переманивают зверей, посмотрите, неплохо. Охотница. Янсен, я использовал, да? Использовал. Ты бросил замедление? Ух, тут пошло, ребята. Драка пошла. Виконья только дочитывает. Медведи уже против нас. Не надо атаковать медведей, надо атаковать вот этих. Скелет и Нальмир и Рису атакуйте. Только не подходи в ближний бой. Они все тут это подходят. Так, Янсен. Что туда дать? Очень сильно пылают жаром они все, да? Хаос не поможет, вряд ли поможет. Вонючую тучу куда-то сюда бросить. Полетела. Хит новый эффект. Что ты думал? Что будет все так просто? Ловушка сработала. Янсена пробили. Нальмирису вот эту вырубить. Янсен отступить. Нальмириса невидимая. Истинное зрение должно сработать. По Янсену вонючая туча тоже полетела. Обратно летит. Значит, нельзя по ним заклинанием использовать. Оно обратно полетит. Мы хоть кого-то убили? Легкие раны. Серьезные раны. Матюля, серьезные раны. Здесь скелет. Медведи застряли. Перегруппироваться. Минску уровень там откатили, перегруппировка идет. Метеоритный дождь все еще работает. Перегруппироваться, говорю. Вот таким вот образом. Янсена пробегает, что-то летит по нам, какая-то гадость. Джош вперед, отражать. Что летит? Диспел летит. И глухота. Сопротивление магии, говорят, да? Что еще туда, Янсен? Ну тут фаерболом не отделаешься, наверное. Хаос не пойдет. Фаербол придется бросать. Янсен, у тебя больше ничего нету такого. Близзард туда дать быстро. Ты никуда не идешь. Этот жуков я боюсь даже зачитывать начинать. Ну попробуй. Рой насекомых. Почему не можешь? Оглохший, оглохший. Сражайся со скелетами. Это не проблема, не противник даже. Шар, даруй мне силу, говорит Виконья. По одному я их могу вырубить. По одному. Начнем мы с этого лучника, который не попадает. Кто по нему будет стрелять? Даже не знаю, Янсен. Фаербол туда дай, например. Песня как-то не пошла. Скелета Джош сейчас убьет. Это такое. Они там застряли. Да, я говорю фаер... А, ты оглохший. Минск уровень откатили, это такое все. Минск, может возьмешь лук и его застрелишь? Вот этого надо завалить. Джош что, под невидимостью? Под Джошу попали. Дай ему сюда. Что здесь еще призываются скелеты?
Джош, оглохший, что ли? Давай быстро сюда заходи. Ого, тут столпотворение. Призываются инстантно скелеты. Ну хорошо, мать Улья пытается что-то сделать. Джош может тут бегать от них. Это файтер, судя по всему, с серьезными ранами. Джош, а можно немножко хп себе побольше? Так, скелеты на нас пошли. Джош не может. У него каст сбросили. Но одного я отманил, например. Скелетов мы зарубим. Давай Ятоси завалим. Ятоси похоже на главного босса из Шторма Зиира, на самого Зиира. Джоша отравили. Быстро надо... У тебя... А, у тебя нету амулета. Быстро выпить бутылку. Быстро выпить бутылку. Может, можно их так расконтролить, а? Где бутылки были? Были же во втором ящике. Открыть быстро. Во втором, говорю, я уже слишком волнуюсь. Эликсир здоровья, конечно же. Это он. Это он. Минск, а тебе сильно уровни откатили? 10-й, нормально, можешь еще дать по голове кому-то. Бутылку выпить незамедлительно. Выпил? Как тебя опять отравили? Наверное, отравленное оружие. Ну, атакуете чисто Ятоси, Джош попытается отступить и спастись. Господи, Викон ее пробивает, бутылку выпивай. Ятоси должны завалить. Почему я-то... Ну, давай попробуем его замедлить обилкой. Не можешь, да? Ну, еще одну бутылку придется тебе пить. Хорошо. У нас куча бутылок. Что? Проблема в том, что она не срабатывает. Скелеты — это глупости все. Янсен, проверь Ятоси на резисты к магии. Джош пьет бутылку. Пьет, говорю, бутылку. Бихолдер прилетает. Бихолдер — проблема, потому что... Бихолдер не может танковать. Этот с серьезными ранами. Ну, надо нам опять перегруппировываться просто. Тут с барьером клинков. Надеюсь, наносишь урон своих. Своим, без повреждений. Куда отступать? Отступать вообще некуда. Придется отступать в эту комнату. Нас загоняют просто. Нас загоняют. Янсен не под действием. Ну, все, дисполы прошли. Янсена убили там. Я тут ничего не сделаю, наверное, ребята, в этой попыточке. Постоянно диспл прилетает. Господи, Ятоси с серьезными ранами. Да, они все диспелят. Они все диспелят. Это пролетает. Ну, это понятно, Викония. Ты отступаешь, Джоша убивают. Господи ты, боже мой. Давайте в следующей серии, наверное. Мне надо будет за кадром попробовать. Тут надо подумать хорошо. Можно все ловушками застроить. Если я даже сейчас буду отдыхать, это не сильно поможет. Против них. Тут надо все призывать просто, что у нас есть. Я с тобой. Я с тобой. Там можно, наверное, но их надо по одному вырубать, иначе никак. Во-первых, что там было? По нам летят дисполы. То есть мы должны фокуснуть хорошо. Минск может из лука фокуснуть. Надо выявить момент, какими стрелами это пойдет у него. Что это Минск у тебя тут появилось? Удар молнии. О боже мой, вот это будет бой, конечно, чемпионов. Это будет бой чемпионов. Вот этот первый маг, который призывал своих этих братьев, это все шутки по сравнению с этими. Я таких даже не знаю противников, но Ятоси это демон вроде бы какой-то. Бихолдер мать Ули, это понятно, что жесткий бихолдер. Вот эти двое, лучник это тоже понятно, супер крутой лучник, который невероятно стреляет. Интересно, нам предметы за них за всех дадут, это будет, конечно, пушка. Ребята, в следующей серии надо будет продумать тактику, может мне придется за кадром действительно пробовать. Ловушки. Фиг его знает, вот эти могут тоже на самом деле спасти, на самом деле, Яшима. Но они ж дисплы бросают, значит, они сами себя раздиспелят. Эти ловушки, не можно вообще все заминировать. Жак-Лес. Тебя надо под барьер клинков тоже на них, со щитом Балдурана, наверное, Виконию, на эту мать Улья, и пусть на Виконию здоровый этот влетает. Получается, что Викония должна танковать, и Корган. Но Корган туда влетел, немного навалял им до средних ран, но и Коргана разуплотнили в первом бою. Мне надо пересмотреть серию и там лох пересчитать. Минск, это татуировка на твоем лице, она имеет значение в твоем племени? Или детсадовская младшая группа разрисовала тебя голубой пастелью? Мне не нравится тон твоего голоса, темная эльфийка. Мое лицо нравится женщинам. И Бу, оно тоже нравится. Правда, Бу?
Сейчас не время в Виконе и Минск тут шутки шутить, потому что бой намечается один из самых сложных, вот так вот чисто навскидку за игру. У нас был похожий бой, тоже сложный, я сначала думал, что он будет. Это бой с личом, вампиром и магичкой, это было в этой Витой Руне. Но тут в разы все сложнее. Но это и хорошо, это челлендж, да, вызов. Короче, в следующей серии, ребята, увидимся. Спасибо за внимание. До свидания.